Инструкция по сборке тента. Тенты идут вот в таком чехле. Достаем тент из сумки и разворачиваем прямо на лодке. Соответственно, вот эта вот часть, там где всего две палочки, эта часть должна быть впереди. Ставим ее вот таким образом и разворачиваем ее на заднюю часть. Соответственно, есть у нас основные стойки. Вот они, стойки основные. Они крепятся на первые крепления, которые находятся внутри кокпита. Откручиваете барашки. Вставляете внутрь. И закручиваете. Закручиваете до, собственно говоря, до предела. То же самое проделывается и второй стакан, пока нам мешает, поэтому мы его снимем. И то же самое проделываете с другой стойкой. После того, как основные стойки закреплены, вы поднимаете тент в вертикальном положении и закрепляете задние распорки, которые удерживают тент в вертикальном положении. И следующую стойку. Все, тент у нас находится в вертикальном положении, и поэтому есть у нас вот такие вот веревочки. Есть. После того, как стойки закреплены и тент, в принципе, уже стоит на лодке, после этого мы берем через задние ручки утки, протягиваем веревочки. И вот такой вот есть интересный замочек, который продевается. И натягиваете тент таким образом, чтобы он был абсолютно, ну, как бы ровный. Вот такой треугольничек получается. Натяг. Натяг, да, совершенно верно. И то же самое проделываете с другой стороны тента. Вот. Дальше вы разворачиваете его вперед, вставляете вот такие вот штучки в муфты, так называемые муфты тента. Вот. То же самое делаете с той стороной. Тент в таком положении очень шаткий, поэтому придерживайте его в этом положении. И таким образом вот вы вставили в эту часть. Для того, чтобы тент закрепить в вертикальном положении, есть вот такие вот косыночки, которые закрепляете с одной стороны и то же самое делаете с другой стороны. И этими косыночками, вот натяжечку так, вы выставляете его в вертикальном положении. То есть, если вы послабляете, он уходит в одну сторону. Соответственно, стойки должны стоять абсолютно ровно. Таким образом, регулируя одну другую сторону, вы добиваетесь абсолютной вертикальности.
И в этом положении тент уже достаточно прочный. Но это еще мы не натянули. Теперь закрепляем передние. Продевается замочек и натягивается тент. То же самое и делается со второй стороны. Оптимальный наклон тента такой, что он немножко козырек как бы приподнят чуть-чуть вверх. Почему? Потому что при движении на моторе это создает в районе кормы дополнительную подъемную силу. Поэтому вот такое вот положение тента. Спереди снимите. Вот такое вот положение тента. Оптимальное для этой лодки. Все, лодка, собственно говоря, готова. И можно пускаться в путешествие.